фланге. Киевляне выигрывают. И тут же быстрая атака за спину. Блистательная передача. Еще 3-1 в пользу «Динамо». Бангура использует выход 1-1. Вот игру, как легко он ушел от центрального защитника. И насколько хорошая передача из глубины поля сделана после отбора мяча. Только игрок получает мяч, видит ответ киевского «Динамо» на первых минутах второго тайма. Но мы видим, что...